Так, слева в кадре очень мутно, очень темно, но зато очень четко, резко выползает у нас Сатурн. 3 августа 2020 года, 22.16 по Киеву. Видно в центре экрана, надеюсь. Сатурн. Не понимаю, почему так блекло. То есть, конечно, это настройки светочувствительности низкие. Специально я их делаю для того, чтобы поснимать полосы на Юпитера. На Юпитере, так что давайте не будем терять время или времени, и сразу перейдем к Юпитеру. Вот у нас триада. Триада прозвучала как-то, это одно слово, не два. Троица наша, пускай будет так. Луна, Сатурн, Юпитер. Ну и груда комаров, лезущих в объектив. Не помогают эти инсектициды. Не помогают толстая ткань одежды. Берцы помогают. Они достаточно тяжелые. Благодаря им комары не могут меня унести в гнездо. Так, а ну-ка. Сейчас будем резкостью играться. Сейчас наведусь. Ага, навелся. Терпим. Сейчас все будет. Вот замечательный Сатурн. Ну что, видно полосы. Будем говорить откровенно, не так, чтобы фонтан. Но видно, вот как раз они как раз параллельно Земле. А я в окуляр даже вижу слева два спутника. Европу и Ио. Вам на экране, наверное, к сожалению, не видно. Да, этот дубль самый светомалосильный. Он целенаправленно... Ой, я и справа вижу даже Ганимед. Он целенаправленно такой, чтобы получше разглядеть полосы на Юпитере, и все. Следующие дубли за сегодня же будут значительно более светосильные. Будут засвечены, конечно. Юпитер будет белесым пятном, но зато будут видны его спутники. Там, по-моему, облачка. Да, я в окуляр вижу все спутники Юпитера. Надо же, почему же их на экране не видно? Ну ладно. Говорю, кто хочет, посмотрите в следующих дублях за 3 августа. И за 4. Ночь у меня предстоит длинная. Снимать я собираюсь до самого рассвета, до 5 утра. Так, поехали, снимем Луну. И на том сей дубле завершим. Блеклый Сатурн, невнятный Юпитер с полосами. Вот зато сейчас будет неплохо. Видна Луна. Ага. Она как раз за деревья прячется, да? Ну, сейчас мы успеем что-то снять. Как раз для этого дубля. Вон, видно, она уже на деревья наползает. А деревья будут у нас... Ох, комарики. Для того, чтобы видно было движение Луны относительно Земли.
тоже хорошая вещь. Не так мало на нее видим, так мы видим темные ветки, да и все. Так, сейчас я резкостью луну буду искать. На лучшем ракурсе. Она мне нравится. Наверх идем. Да, так сегодня полнолуние, в общем-то, что. В общем-то, причина моего такого нездорового энтузиазма. Сегодня полнолуние, чистое небо. И ветра настолько мало, что комары даже не летают, пешком ходят. Их, по мне, их не сдувает. Опять у меня Пыргин в голове в пещере горного короля почему-то. Пум-п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 ум. Уместная мизансцена мелодия. Ой, посмотри, как у нас классно в кадре. И Аристарх слева белая кляксочка. Опять он выглядит кляксой. Вчера снимал он был четко круглый кратер. И Платон круглый справа вверху. Сейчас спрячется за дерево. 100 километров в диаметре. Очень проверил я точно. 100 километров в диаметре он. Очень удобно для замера масштаба. Понятно, на какие мы смотрим. А вон он, наш Аристарх. Ну, вот сейчас он кляксой выглядит. Натурально кляксой. А вчера было освещение такое, что... Он выглядел, ну, просто ты видел, что это круглый кратер, белый, рядом еще несколько. Ладушки сейчас буду перемещать. Штатив, очевидно, что надо, да? И заодно сменю режим съемки. 3 августа 2020 год. Харьков, 50-я параллель северной широты. 22-24 по Киеву. Скоро взойдет Марс, это хорошо. Еще его снимем. Так, человек на Луне в антиковидной маске.